Да ничего, заходите. Лариса, знакомься. Очень приятно. Чай, кофе. Гриш, сам налей. Ну что нового? Рассказывай давай. Да, есть кое-что. Хотите, прочитаю? Ну, слушайте. Русская альтернативная поэзия. Видели телерекламу «Стань монстром. Общение»? Так вот, я не хочу быть монстром общения, чтобы мой возмущенный разум кипел от излучения мобильного телефона и корявых слов. Ну давай пока, типа походу, короче, прикинь, в смысле прикольно, и дрожала рука, вбивая смс-ки в гаджет недоступного абонента, которому не больно и не стыдно, и которого не слышно и не видно который год, который, возможно, умер, у которого звонил модный рингтон с глупой песней про черный бумер какого-то чувака Сереги, который косит под негра и носит кепку. Лучше бы он пел песню про репку, про бабку с деткой и про курочку Рябу. Или еще лучше пошел бы на завод и превратился в нормального работягу, которым прикидывается. Как и та что-то мяукающая пигалица, и этот латиноамериканский Леонид Агутин, и тот мордатый из «Пейся лесни», от песен которого, по слухам, рыдает сам Путин, и жена депутата, которая верещит, что у нее самый лучший зад, и хочет, чтобы ей рукоплескала Европа, которая видала зады и получше, и эти бесконечные Мары, Зары, Алсу, Земфиры и Буччи, 81-й призыв Виагры, Ранетки, Нимфетки, блестящие сливки, смывки, лолитосы, раздувающие жабры, Челси, Тутси и целая толпа журналюк-фарисеев, и суперзвезда шоу-бизнеса Боря Моисеев, идейный борец за грязь русского языка Шнур, у которого главная муза шуршание купюр, Дима Билайн, который не Дима вовсе, и его продюсер Яна Рудковская, бывшая работница службы быта, владелица конторы «Рога и копыта», которую подарил муж. Но не этот спортсмен, а другой, который объелся груш, миллионер и дальний родственник мэра, который богаче всех лордов и пэров, но разводит пчел на благо народа, и при виде его кепки расцветает природа. Поет и пританцовывает Газманов и детвора, и счастливые пенсионеры кричат «Ура!», а кто помоложе называют «Властелином колец», и еще доставшее до печенок медийное слово «Пипец», которое вызывает тошноту и рвоту, и возможность найти хорошую работу, участвуя в бесконечных телевизионных трёп-шоу, где постоянно торчат никому неизвестные актрисы и актеры, призванные профессионально толдычить чужие слова и фальшиво бороться за справедливость, при этом рекламировать свой регулярный стул, перхоть, зуд, жжение и потливость, или отсутствие ионов уже не разобрать, сколько ни вода и ящик. Послушай совет советского знахаря Малахова, выпей мочи и скушай барсучий хрящик, только непременно на восходящей луне, а иначе окажешься в полном говне, который тоже можно съесть, и об этом в нашей следующей передаче расскажет очередной мудак. А ваша задача – брать кредиты, сидеть и не хрюкать, быть в хорошей физической и моральной норме, а иначе к вам придут в гости бандиты или разбойники в форме, и так офигачат, хватит надолго. Как осознаешь это, становится дурно, хочется выпить вина, а где-то там, за линией горизонта, течет река Волга, и живет Россия, твоя страна. Я бы тоже написала, только не знаю о чем.